и еще об одном праздничном мероприятии, посвященном Дню Матери. В 16-й школе открылась выставка рисунков «Мамины глаза». Виновницы торжества тоже приготовили подарки. Андрей Вишневский с подробностями. День матери все больше становится праздником, которого ждут. И когда долгожданный день приходит, его встречают с цветами и подарками своим мамам, самым дорогим и близким людям. Мамы учащихся 16-й школы решили подать хороший пример для детей и подготовили интересную выставку. Это и поделки, это и вышивка, это и различные куклы интересные. Я представила работу, она называется «Букет». Это вышивка нитками вместе с бисером. Уважение и любовь к своим замечательным мамам учащиеся выразили в рисунках на выставке «Мамины глаза». Юные художницы очень старались. Ко Дню матери мы приготовили танец, вальс, делали открытки, подарки, поделки. День матери для нас очень важный праздник. Мне нравится этот праздник, потому что я очень люблю свою маму, бабушку, и люблю их так, что всегда рада сделать для них лучшее, готовить подарки, помогать по дому. На праздничном концерте в честь любимых мам школьники блеснули своими талантами, и мамам, виновницам торжества, было очень приятно за внимание к ним в этот прекрасный день. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».